Доброе утро, возлюбленные гости, братья и сестры. Второй день по офису по святым местам Грузии. За моей спиной, как вы понимаете, Тбилиси. Вчера очень день плодотворно прошел, но насыщенно, я бы сказал. Сегодня у нас служба, воскресный день, и далее другие святые места. Вот мы опять приехали в сам Тавра, где находится основное место, где находилась Нина Грузинская. Здесь мы сейчас помолимся. На самом деле прям жарко, где-то, я думаю, на 30 с чем-то градусов. Уже все загорели почти как на море. Но в таком все бодром духе. Сейчас экскурсия, помолимся, я поснимаю, и потом поедем дальше. Вот кости и четки тоже из могилы старца Гавриила, и дерево, которое там лежит, поскольку похоронили без гроба, как он завещал, и только мальчика, и мужчина берем и дерево, могилы за дерево, очки старца Гавриила, Такой маленький, но очень насыщенный музей старца Гаврила Ургибадзе. Некоторые вещи его при жизни нам показали. Святое место. Пользуясь возможностью для общего развития в этой поездке, я вам кое-что сейчас покажу. Сейчас на центре, вы видите, лежит икона Преображения Господня. И на иконостасе также вам аккуратненько покажу иконное преображение. Почему это? Потому что это в том числе храм Преображения Господня. Вы так сможете с легкостью, особенно на иконостасе, понять, в честь кого освящен храм.